Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наташа Флорес, и мы сегодня будем благодарить. Сегодняшняя медитация, она медитация для того, чтобы научиться благодарить. И эту медитацию мы начнем с 5 глубоких вдохов и выдохов. Пожалуйста, сядьте поудобнее, займите самое удобное положение. Если же вы идете, вы можете также делать эту медитацию, слушая меня в наушниках. Просто постарайтесь, чтобы вы не споткнулись, не закрывайте глаза. Делайте эту медитацию с открытыми глазами. Договорились? Давайте начнем. Сейчас я вас попрошу сделать 5 глубоких вдохов и выдохов. Вы можете вдыхать через нос, выдыхать через рот или через нос, так как вам удобнее. Давайте мы будем дышать. Мы делаем сейчас медленный глубокий вдох. Задерживаем немножечко дыхание и медленно, с удовольствием выдыхаем. Замечательно. Давайте сделаем еще один глубокий вдох и затем выдох. Постарайтесь дыхать животом. И медленно, спокойно выдыхать тонкой струйкой. Замечательно. Нам осталось еще 3 вдоха и выдоха. Третий вдох. Вдыхаем. Выдыхаем. 4. Вдыхаем. Слегка задерживаем. Выдыхаем. И 5. Вдыхаем. Задерживаем и выдыхаем. Замечательно. Сейчас я предлагаю вам представить какое-то явление природы. То явление природы, которое вам на самом деле нравится. Может быть, это дождь. Кому-то нравится дождь. Кому-то, наоборот, нравится солнечный свет. Кому-то нравится ветер, вода. Кому-то нравятся растения, птицы и пение птиц. Представьте любое явление природы, которое сопровождает вас по жизни, за которое вам не надо платить, вам его не надо зарабатывать, оно просто есть. Например, пение соловья. И сейчас я вам предлагаю, чтобы вы побыли в этом состоянии, чтобы вы словно прикоснулись, услышали это пение соловья. Если это солнечный свет, мысленно прикройте глаза и полежите на солнышке. Может быть, это море? Тогда представьте, как вы ходите по берегу или как вы заходите в воду. И поблагодарите. Поблагодарите за это явление природы. Поблагодарите за то, что оно есть в вашей жизни, за то, что у вас есть эта возможность, ничего не давая взамен, просто этим пользоваться. И сейчас мы сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха, и в это время представляете, наслаждайтесь этим явлением природы. Договорились? Давайте мы будем дышать. И мы делаем глубокий вдох. В это время вы представляете, как вы находитесь в контакте с этим явлением природы. Вы наслаждаетесь. Вы благодарите. Делаем 2 вдох. Выдох. И 3, последний вдох. Выдох. И сейчас я предлагаю вам представить, что вы перелистываете страницу книги. И вы отпускаете прежнюю картинку для того, чтобы представить новую картинку. Договорились? Давайте сейчас вы представите любое живое существо. Это может быть человек, это может быть ваш домашний питомец, это даже может быть ваш цветок гашки на огне, если он вас радует. Но я вам предлагаю представить, например, человека, который в вашей жизни присутствует. Важно, чтобы это был живой человек, тот человек, который есть с вами.
И я вам предлагаю побыть в присутствии, мысленно попасть в присутствие этого человека, или этого домашнего животного, или этого цветка, и просто прикоснуться к нему, может быть, обнять его, может быть, пообщаться с ним, представить, как вы пьете вместе чашечку кофе или прогуливаетесь где-то на пляже. Наслаждайтесь сейчас присутствием этого живого существа в вашей жизни. Мысленно поблагодарите его и поблагодарите жизнь за то, что он присутствует в вашей жизни. Побудьте немножечко в присутствии этого человека. Это может быть очень близкий человек, а может быть, это человек, который когда-то поднял ваши деньги и вернул вам. Или человек, который уступил вам дорогу, или уступил вам место в транспорте. Может быть, это продавец из ближайшего магазина, который вам всегда улыбается и очень вежливо с вами разговаривает. Неважно. Главное, чтобы вы нашли такого человека, который действительно присутствует в вашей жизни, который дарит вам радость, который дарит вам приятные моменты. Человека или домашнее животное, или даже растение. Есть много людей, которые заботятся о своем цветке и дарят ему любовь, и получают также взаимную любовь от этого растения. Хорошо. Сейчас мы сделаем 3 вдоха и выдоха, как и в предыдущий раз. И вы представляете, что вы находитесь в присутствии этого человека, или этого растения, или этого животного, как я сказала раньше. Хорошо? Давайте мы сделаем вдох. Выдох. Поблагодарите его за то, что он есть в вашей жизни. Вдох, выдох. Мысленно обнимите его или погладьте его. Вдох, выдох. Улыбнитесь и перелистывайте страничку книги. Мы приступаем с вами к новой визуализации и к новой благодарности. Сейчас я предлагаю вам представить что-то, что пришло в вашу жизнь через ваши усилия. Может быть, вам это стоило денег, или времени, или усилия. Может быть, вы долго учились, чтобы это получить. Или, может быть, вы каким-то образом старались. Но что-то такое, что действительно пришло благодаря вашим усилиям. Это может быть работа, это может быть ваш дом. Это может быть ваш супруг, ваша супруга, ваша девушка, ваш парень. Это может быть какой-то успех. Это может быть что угодно, к чему вы приложили свои усилия, и вы этого достигли. Сейчас представьте, что у вас уже в жизни есть. И поблагодарите жизнь за это. Если это ваш дом, пройдитесь по вашему дому. Оглянитесь вокруг, улыбнитесь вашему дому. Если это ваш супруг, ваш парень, ваша девушка, представьте его сейчас. Улыбнитесь ему, обнимите его мысленно. Даже если это тоже человек из предыдущей нашей визуализации, это не важно. Но если что-то или кто-то стоило вам усилий, времени, каких-то затрат, сейчас пришло время поблагодарить себя и то, что пришло в вашу жизнь, за то, что оно есть. Поблагодарите себя, скажите спасибо, дорогой, спасибо, дорогая, назовите свое имя и скажите спасибо за то, что ты постаралась, за то, что ты постарался, и это есть в твоей жизни. Может быть, это ваши дети, может быть, это просто чашка кофе, которую вы приготовили. Для некоторых людей даже это сложно сделать из-за их физического состояния, что бы это ни было. Но что-то, что стоило вам усилий, поблагодарите себя за то, что вы этого достигли прямо сейчас. И мы сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха, как в прежний раз.
И вы, пока мы вдыхаем и выдыхаем, побудьте в этом состоянии. Благодарите себя, благодарите жизнь, благодарите плод ваших усилий за то, что он есть в вашей жизни. Давайте дышать. Сейчас мы сделаем глубокий вдох. Выдох. Еще один глубокий вдох. Выдох. Спасибо тебе, жизнь, за то, что ты подарила мне это. Еще один глубокий вдох. Выдох. Скорее всего, вы сейчас улыбаетесь. Вы сейчас чувствуете счастье, вы сейчас чувствуете радость. Сегодня во время этой медитации вы научились вызывать в себе чувство счастья, чувство благодарности по запросу. Вы представляли ситуации, вы в них находились мысленно, и ваш мозг, он начинал создавать ощущение счастья в вашем теле. Это очень хорошая техника, это очень хороший способ, чтобы начать чувствовать себя счастливым. Поэтому повторяйте эту медитацию регулярно. На сегодня я прощаюсь с вами. Замечательного вам дня, друзья. До свидания.